Официальный старт ее работы дали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель краевого заксобрания. В павильонах крупнейшие российские и иностранные компании представили новейшую технику. Это новые тракторы, комбайны, культиваторы, плуги. Именно использование современных машин – один из секретов рекордных урожаев, отметил губернатор. За последние два года в крае произошло рекордное обновление парка сельхозмашин. На эти цели было выделено 20 миллиардов рублей. Такое масштабное техническое перевооружение стало возможным в первую очередь благодаря государственной поддержке стороны правительства Российской Федерации, ну и, конечно, региональных программ. Ну, и я убежден, что дополнительный импульс всему этому придает та выставка, на которой мы с вами находимся, «Юг-Агро», где сегодня собрана лучшая мировая техника и представлены самые разнообразные передовые технологии в сельском хозяйстве. Безусловно, это инвестиции. Это инвестиции в будущее сельского хозяйства, в будущее стабильной экономики нашего региона, ну и, конечно, в стабильную, комфортную жизнь наших селян. Экспозиции «Юг-Агро» настолько велики и объемны, что их, как Эрмитаж, невозможно обойти за один день. За годы своего существования выставка внесла немалый вклад в развитие агропромышленного комплекса «Кубань». Наши аграрии заключают здесь контракты на приобретение оборудования, позволяющего продвинуть вперед их предприятия, нарастить объемы производства, повысить его эффективность. Почти три четверти договоров на поставку техники заключаются на «Юг-Агро». Выставка «Юг-Агро» уже 24-я по счету. Ее почетными гостями в этом году стали полномочные послы Швеции и Нидерландов в России. Всего же участие в ней принимают почти 700 компаний из 32 стран мира.